Вы слушаете канал жаш.клаб. Советы по воспитанию детей. Могут ли родители уделять детям слишком много внимания? Сегодня родители проводят со своими детьми больше времени, чем когда-либо прежде. Но в то же время, по сравнению с предыдущими поколениями, они больше беспокоятся о том, чтобы сделать достаточно, считая, что недостаток внимания может повредить будущему успеху и благополучию ребенка. Это может иметь негативные последствия. Повышенное социальное давление, оказываемое на матерей, которые должны заниматься своими детьми, по сравнению с отцами, негативно сказывается на благополучии матерей. Пандемия COVID-19 и домашнее обучение усилили это давление. В связи с этим возникает важный вопрос, сколько внимания достаточно. Вредно ли оставлять ребенка на произвол судьбы? Стоит ли вообще игнорировать ребенка? Или, наоборот, можно ли чрезмерно заботиться о ребенке? Как это обычно бывает с развитием ребенка, ответ находится где-то посередине. Обнадеживает то, что большинство родителей делают достаточно для своего ребенка. Известно, что поддерживающий родительский подход важен для развития ребенка. Теория привязанности утверждает, что когда ребенок получает удовлетворение своих потребностей от родителя или основного воспитателя надлежащим и последовательным образом, у него с большей вероятностью сформируется надежная привязанность к этому человеку. Это помогает детям чувствовать себя увереннее в себе и в окружающем мире, что ведет к более позитивному когнитивному, социальному и эмоциональному развитию. Однако, хотя надежная привязанность очень важна, постоянно растущий уровень внимания не обязательно пропорционально увеличит ее. Наоборот, важно тщательно продумать степень вовлеченности и сбалансировать ее с поддержкой детей в достижении соответствующих стадий устойчивости и независимости. Одним из доказательств, которое часто упоминается при обсуждении привязанности, является исследование детей, помещенных в румынские детские дома. Как правило, эти дети были в значительной степени лишены общения, привязанности и заботы и не имели возможности развить надежную привязанность. Исследования их последующего развития показали, что они имели более низкие показатели физического, когнитивного и социального развития. Эти исследования важны, но они далеки от того спектра родительской активности, о котором сегодня беспокоится большинство родителей. Исследования, посвященные более типичному от, Продолжение читайте на сайте жаш.клап.